ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Зараз говоримо, чому в Україні частішають кібератаки та на що здатні хакери. Сьогодні в наших гостях Микола, експерт в сфері IT-технологій. Пан Микола, я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з того, що... Можете, будь ласка, пояснити простими словами, що ж таке кібератаки? Ну, если, скажем, краткое определение, то это получение неразрешенного доступа к базам данных или к каким-то сайтам, системам и так далее. Если сказать по-простому, то у вас есть, может быть, профиль в какой-нибудь соцсети, и различными способами получают к ним логин и пароль. Заходят вместо вас, и вы уже можете делать все от лица того человека, имеете полный доступ и все возможности, которые он имел. Если мы говорим за какие-то ресурсы, часто целью кибератак на ресурсы является это выведение ресурса из строя, то есть, например, у нас сейчас много, скажем, идет диджитализация, то есть было бы неплохо получить какую-то справку, какое-то разрешение онлайн, это действительно удобно, с определенными целями, иногда получение выгоды, хакеры просто делают этот ресурс недоступным, проще говоря, ломают. Конечно же, со временем его можно восстановить, но день, несколько дней он будет недоступен, и, соответственно, никто в те дни не получит никаких ни разрешений, ни справок, ничего. То есть кибератаки бывают такие дрібні, а бывают глобальні, так? Да, абсолютно верно. Почему их так много в последнем часу, на вашу думку? Ну, я думаю, здесь два фактора. Первый – это то, что вообще он общемировой. Не только в нашей стране все больше растет диджитализация, предоставление всяких услуг через интернет. То есть мы даже парковку можем оплатить с помощью смартфона, да? И это не только в нашей стране. Поэтому чем больше нарастает уровень, да, вот такой глобализации, компьютеризации, предоставление сервисов онлайн, тем больше будет и кибератак. Вот. Вопрос, ну, только в причинах. Ну, а то, что говорить за последний период, то, конечно же, есть, наверное, какие-то политические причины, по которым, ну, скажем, желательно это дискредитировать. То есть ввести определенную панику, чтобы люди бегали с бумажками, но мы должны понимать, что, ну, телефонами на сегодня все пользуются, интернетом все пользуются. Можно очень долго разговаривать, что за нами следят, продают нам рекламу, но все равно мы будем пользоваться телефонами. То есть выгода, плюсы перевешивают минусы. Остання така глобальна кібератака з 13 на 14 січня була, коли багато сайтів так, державних установ були заблоковані і начебто був злив даних з Дії. Поясніть, чому у хакерів так просто це вийшло? Ну, я думаю, у них это совсем не просто вышло. Дело в том, что нужно понимать такую ситуацию. Не бывает замка, который нельзя вскрыть. А если даже такое существует, то просто сломают стену, не будут открывать этот замок. Вопрос только в том, сколько усилий надо потратить на взлом. Если мы говорим за простого человека, то не нужно бояться. То есть хакеры не сидят за каждым хустом. Конечно, желательно поработать над минимальной защитой, но просто так эти люди ничего бездумно не делают. Поэтому вопрос взлома – это в поиске специалистов, затраченного времени, усилий, ну и, соответственно, определенных денег. Скажем, если нам нужно побороться с конкурентом, неважно, политическим, может быть, или по бизнесу, то можно найти этих людей за определенные деньги, они могут предоставлять такие услуги. То есть... А сколько может коштувати, например, взломать там Дию, або хакнуть сайт, например, там ДСНС? Скажем так, это стоит дорого, и это должна быть целая группа специалистов, которые далеко не самого маленького уровня, скажем так. Это сотни тысяч долларов? Чи більше, чи менше?
Смотрите, ну, мы говорим об IT, да, и все знают, что там неплохие зарплаты. И теоретически не глупые люди. Ну, скажем, если человек работает на свою зарплату, не маленькую, и ему тут предлагают даже большие деньги, но у нас работают спецслужбы, у нас работает милиция. Это определенный риск. Зачем ему идти на бездумный риск, если можно по-честному зарабатывать свои деньги? То есть бывают исключения, но это организованное, довольно-таки дорогостоящее мероприятие. Особенно если мы говорим за такие крупные сервисы, как ДІЯ. Як, на вашу думку, спрацювала кіберполіція після цієї глобальної кібератаки? Ну, скажем так, хорошо, что она у нас есть, это самое главное. Во многих других странах она уже давно появилась, и сейчас мы делаем первые шаги. Она у нас еще очень молодая, поэтому я действительно понимаю, что очень много проблем в работе у них, в том числе и по законодательству, по исполнению этого законодательства. Но, тем не менее, первые шаги уже в нужную сторону они делают. Не уверен, что как бы, это был прям вот такой слив всех данных, как попытались рассказать. Дело в том, что это все-таки банковская защита. Да, действительно, я скажу, банки тоже взламывают. И большинство крупных банков об этом просто не очень афишируют, но были как бы взломы, да, действительно, люди иногда теряли деньги, но в основном банки это решали уже через свои каналы, через страховки, как-то компенсировали. То есть здесь вопрос, будет ли какой-то ущерб. Максимальный ущерб от взлома ДІЯ, я думаю, на сегодняшний день это только дискредитация наших сервисов. По сливу данных, ну да, действительно, есть определенные компании, которые собирают личные данные людей с целью продажи рекламы, с целью, возможно, шантажа, но просто так, скажем, ничего не делается. И я думаю, что даже можно найти определенный плюс в этих событиях, потому что, я уверен, будет проведена хорошая работа над защитой, и в следующий раз это будет даваться все сложнее. Почему я говорю, что в следующий раз? Потому что, ну, даже такие крупные компании, как Facebook, Google, тоже подвергаются таким атакам. То есть никто никогда не дает 100% защиты. Еще трохи питання щодо кіберполіції. А щодо так кадрів в кіберполіції, це ті ж самі експерти, так, професіонали в IT-сфері. І відомо, як ви вже сказали, що айтішники, можна так розмовним, айтішники заробляють доволі таки пристойну заробітну плату. І однозначно в кіберполіції стільки не платять. То наскільки там працюють професіонали? Адже там ну, набагато менше зарплатня. На вашу думку? Я думаю, що підбор кадрів довольно-таки різний. Я би навіть так сказав, не скільки проблема для кіберполіції знайти хорошого спеціаліста, а скільки його утримати, тому що він може через определене час уйти на більш високооплачувану роботу. Звісно, це все юридично оговорюється, определенное время они в любом случае должны проработать, но если сделать нормальную систему, если сделать грамотное обучение и конкурентную зарплату, то киберполиция вполне себе может выполнять свои задачи. На самом деле у нас уже были некие задатки этой киберполиции, только уже в спецслужбах. То есть есть разные уровни, скажем, компетенции, доступа, и чем выше этот уровень, тем больше, скажем, преступления с большей легкостью мы можем решать. Перспектива хорошая, но, скажем, я думаю, что начальству киберполиции стоит действительно задумываться об налаживании, скажем, хороших условий труда, хороших условий обучения и понимать все проблемы и перспективы в IT-сфере, которые не только сегодня, а будут и в будущем. То есть для некоторых, скажем, госчиновников довольно непонятная вещь, что там в ваших интернетах творится. И поэтому, скажем, это требует, возможно, более прогрессивных людей, более молодых людей. И со временем, я думаю, что
мы приобретем свой опыт, возьмем немного западный опыт, и все у нас будет на уровне. Чим взагалі погрожують кібератаки саме для кожного громадянина? От, наприклад, умовно я там користуюся там банківськими карточками, на різні сайти, там, наприклад, ввожу свої персональні дані і так далі. Чим можуть хакери, от як вони можуть скористатися моїми, там, наприклад, грошима або ж злити задля реклами мої дані собі? Ну, давайте скажем так, хакер – это довольно обширное понятие. Бывают вполне себе официальные специалисты по взлому, которых нанимают крупные фирмы. А это за законом можно быть? За законом, по договору, тоже за хорошие деньги. Проводятся даже целые чемпионаты, когда целью стоит взломать какой-то ресурс или программу специально для выявления уязвимостей. И на этих чемпионатах довольно хорошие призовые фонды. То есть, опять же, в Украине и не только? У всем свете. Чего я пропустила? Да, наверное, есть. Microsoft регулярно устраивает такие чемпионаты. Ну, даже вот посмотрите новости, у нас каждый новый Windows, который выходит, потом еще 2 года они отлавливают эти проблемы по безопасности. То есть, назовем их белые хакеры, работают вполне официально, и они взламывают как раз для того, чтобы предотвратить взломы. То есть, контролируемый взлом, работают над улучшением безопасности. Есть хакеры, которые взламывают, ну, зачастую без злого умысла, скорее просто, ну, скажем, пошутить, повеселиться, просто не всегда эти шутки уместны. Можно взломать, например, табло прибытия поездов на вокзале или поставить свою фотографию там. То есть, ну, это люди просто так указывают на проблемы в безопасности, и что в дальнейшем, возможно, он сегодня поставил фотографию, а завтра вам поставят не тот поезд, да, или какие-то могут быть большие проблемы. Но какого-то злого умысла они не часто предусматривают. И как раз хакеры, которые, по сути, являются мошенниками, да, или какими-то уже организованными группами преступными, различные варианты, различные виды, то есть это можно собирать информацию с карт, да, ну, я думаю, многие слышали, да, про звонки, расскажите 3 цифры сзади карты, которые никогда не нужно никому рассказывать, вот, то есть получение доступа к каким-то банковским счетам, получение доступа к личной информации, получение доступа, скажем, ваших паролей, то есть это может быть через какое-то время. Причем специалисты здесь делятся на очень множество категорий. Например, одни собирают исключительно данные, но собирали там 1000 карт. Они их не взламывают, они не занимаются тем, что снимают деньги, может пройти даже какое-то время. Они просто всю информацию о 1000 карт продают другим специалистам, которые уже, скажем, бегают по банкоматам и снимают деньги. Ще хочеться перейти до такої теми, як наразі вам так, мабуть, відомо, в Кривому Розі особливо популярні, от сьогодні теж замінували вокзали і так далі. Мінування школи, дитячі садочки, торгівельні центри, вокзали, держустанови мінують. А в таку от сферу IT-технологій наскільки взагалі легко вичислити тих, хто це мінує? Ну, скажем, проблема эта совсем не новая, да, были еще до мобильных телефонов такие же минеры, поэтому определенная схема работы с такими шутниками уже существует. То, что касается мобильной связи, то все достаточно неплохо вычисляется. Даже если, скажем, человек приложил усилия, чтобы спрятаться, как-то подменить чужой номер, ну, замаскироваться, назовем это так, без какой-то специальной подготовки гораздо больше шансов на то, что его обязательно вычислят и, скажем так, он не избежит правосудия. То есть никто не даст 100% гарантии, но чем более серьезные вот такие сообщения, чем больше вреда они наносят, тем более, скажем, серьезные службы этим занимаются, с большим опытом, с большими возможностями. И еще раз скажу, что без специальной подготовки уйти от правосудия будет достаточно сложно.
То есть не рекомендую так шутить. Безпосередньо в Дніпрі от, за один місяць, за січень, вже мінувань там, наприклад, там приблизно до 30. При тому, що за весь минулий рік таких мінувань так, було там, 30, ну, трохи більше 30. Тобто вже майже норму за рік ми виповнили. Якщо це так, ну, більш-менш легко, і це не новина. Чому досі кіберполіція так та інші органи не встановили мінувальників? Ну, я думаю, що, скажімо, завжди є люди, які не хочуть йти в школу, називаємо їх просто, да, шутниками. А їх завжди приблизно один і той же процент. Но сейчас, в эти нынешних событий, есть такое понятие, как волнение общественное, формирование тревожности. И когда у вас там заминировали, там плохую новость услышали, там что-то ненадежно украли данные, то это заставляет достаточно сильно нервничать, потому что, ну, ту же работу полиции ее никто не видит, но сообщение о том, что где-то что-то взломали, что-то произошло, оно заставляет волноваться. Я думаю, что через какое-то время этих случаев уже будет становиться все меньше и меньше, и мы вернемся на какой-то обычный процент таких шутников. Добре, це щодо дзвінків. А якщо повідомлення приходить на пошту, наскільки це складніше? С почтой, конечно, немножечко сложнее дело обстоит. Опять же, это возможно вычислить и по почте, и кто сидел за каким компьютером. Данные остаются, можно очень многое узнать. Но есть еще бюрократическая проблема, потому что те же самые запросы от полиции, они не всегда очень быстро выполняются. То есть мы можем делать все по закону, и тогда это может растягиваться на месяцы, а то и больше. То есть пока пошлют запрос, получат ответ официально и так далее. Но это тоже возможно. То есть тут, наверное, только вопрос в том, через сколько найдут человек. Чи будуть так от пошти співпрацювати? Чи повинні вони співпрацювати з кіберполіцією, аби надавати так дані? Тут скажу в защиту киберполиции, что очень сложно уловить вот ту грань, где мы сохраняем права и свободы людей, и при этом мы можем просто так сказать: давайте нам переписку. То есть это все-таки личные дела, и не все западные компании, а большинство почтовых сервисов это все-таки западные компании, просто так пойдут на сотрудничество. Особенно учитывая то, что это, ну, уже международное преступление, тут все затягивается. Но, опять же, постепенно мы настраиваем контакты, мы настраиваем алгоритм работы в таких ситуациях. Я думаю, будет лучше. То есть почту тоже уже учитывают и умеют с ней работать. Вопрос времени. И давайте подсумуем. Що ви скажете взагалі про IT-сферу в Україні? Ну, в тому числі і хакерство, і кібератаки. Чи вона розвивається та якими темпами? Вона розвивається дуже великими темпами. Тобто ринок спеціалістів ще не насытился, скажімо так. Навіть ті спеціалісти, які хороші, позанімали вже якісь хороші місця в Україні, їх забрали за границю. Поэтому появилось место для новых специалистов. Вот. Это неостанавливаемый процесс. Я думаю, что то, что у нас эта сфера развивается не только на аутсорс, не только мы делаем какое-то программное обеспечение для западных компаний, а и для внутренних, это просто замечательно. Будет со временем улучшаться и для наших компаний украинских на внутренний рынок ситуация. Потому что все больше и больше мы внедряем хороших решений, которые позволяют людям экономить время и деньги. Я дуже дякую вам. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Микола, експерт у сфері IT.
також не можемо не промовчати та не привітати Миколу з днем народження. Сьогодні нашому спікеру Спасибо. День народження. Вибачте, що ми у ваше свято вас витягли в прес-центр телеканалу «Відкритий». Ми вам бажаємо багато-багато-багато здоров'я, щастя, благополуччя та нехай добробут буде у вашій родині та з вашими близькими. І нагадую, що в наших гостях, так, з Миколою ми говорили про те, чому в Україні частіше кібератаки та на що здатні хакери. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.